Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой и Игорем мы будем продолжать нашу рубрику «Угадай постройка в Майнкрафте». Эй, да, ребята, всем привет, и по предыдущей серии вы поставили столько лайкусиков, что просто офигеть, спасибо вам большое. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, что под этой серией вы тоже столько же лайкусиков много поставите, чтобы опять было много серий. Да, поехали! Давай! Вперед! Так что, готовы? Готовы, кто первый? Ну, короче, так, уйдите отсюда, я буду первым называть. Давай. Хорошо, Игорь, ты первый. Я красная. Награда, все, я второй. Черт! Там, да. Как бы там уже без разницы. Так, обратно, да. Поставьте обратно. То есть Эдисон мне не дал удивиться, да? Да. Так. А что, Эдисон, ты готов строить? Я как никто готов. Давай, начинайте, все, давайте. Так, раз, два, три, поехали! Это золото. Кольцо. Нет! Монета. Ожерелье. Нет! Монета. Нет! Нет! Вот же. Так, подожди. Как хреном пас? Подождите. Да, подожди, не могу. Вот тут, смотри, опа. Во! Часы. Я не знаю, кто первый. Я не знаю. Ну, давай смотреть на видео. Давай смотреть на видео. Ну шо, кто там? Ну, я первый. Я проиграл. Мне вообще без разницы. Давай. Ну шо, вы типа готовы, да? Я типа готов, я могу вообще засекать. Давай, раз, два, три, поехал, давай. Давай, время идет. Я даже не успел ничего сделать. Что происходит? Сейчас. Игорь, что это такое? Я ничего вообще не понимаю. Кружка, опять вейп какой-то, сундук. Зажигалка! Да, зажигалка! Реально, это была зажигалка, ты мог это нормально? Это Зима, понимаешь? Вот охрененная зажигалка. Вообще-то, ты не знаешь, вот так что... Вообще-то, Игорь, да. Ты знаешь, да. С ума сойти, что-то вы слишком сложные постройки строите, ребята. Ну что, давайте дальше. А, подождите, опять я, ёханый бабай. Так. Строить вообще буду или нет? А Игорь у нас просто будет летать и наблюдать. Нормально. В принципе, да. Давай, Жека. Раз, засекай. Два, три, поехали. Это писюн. Спичка. Что? Нет. Пацаны, давайте как-то побыстрее. Вот, типа вот. Ну да. Листочек. Ну что? Ну что это такое? Свечка. Как? Пацаны, я не знаю. Нет. Ну как бы. Только без подсказок. Хорошо. Я не знаю, как это объяснить. Что это? Ну не объясни, а построй. Ну как бы, как... Карандаш! Да! Серьезно, это моя постройка, я не угадал, ты карандаш, говно ты, жопа. Что происходит? Ребят, по-моему, мы тащи просто с Эдисоном. Так? Мы играем кто-нибудь. Как в прошлый раз, играем до 20. Да. Игорь, я не знаю, будешь ты сегодня вообще что строить, но ты там подожди, давай. Жека, да. Жека, пойдем это делать. Давай. Давайте засекаем. Давай, раз, два, три. Давай, поехали. Карандаш. Ну да. Nintendo Switch. Я, конечно, все понимаю, но это... Конфетка! Да! Моя постройка, дебил! Это опять была моя постройка? Ну, что-то 6.06, так сказать, да, товарищ? В общем... Знаете, в чем прикол? У меня такое статичное видео, это же мышкой не шевелится. Зато ноль монтажа вообще. Мне все нравится, пока что. Пока все нормально. Давай. Я под ракурс поменяю. Три. Ну, в принципе, да. Так, хорошо. Арка. Так, Жека, ну подожди, тебя мама позвала, ну сходи. Грудь, тело, носки. Это человек! Китаец, ну. Китаец, сам ты китаец! Так, подожди. Ну, Не. Голый, дебил! Человек, а чё скини ставится? О, во! Стефан! Кто? Нет! Ибрагим Стефан! Извращенец! Нет! Дальше! Дебил, идиот! Нет! Проще! Ребёнок! Да! Лиза, я же хором даже ничего не услышал, мало! Сумасшедший, вашу мать! Это было что-то жёсткое! Потно, потно!
8-1-6. Просто, в принципе, разрыв небольшой, да. Вот. Это специально для меня. Да, это Стефан-то появился. Кстати, оставалось 3 секунды, ты прям вообще... Игорь, ты прям вообще молодец, молодец. Так, подождите секундочку, вот буквально секундочку. Всё, да, давай, раз, два, три, поехали! Так, так. Опять трусы, опять Супермен? Штаны! Спайдермен! Да! То есть у него что Супермен, у него что Спайдермен, одно и то же! А почему? Спайдермен синий, вопрос. Не, я просто хотел еще синий, он же синий-зеленый. Я видел, что, короче... Синий-зеленый? С каких пор он синий-зеленый? Я видел, что у Игоря в руке паутина, просто... А, ну хорошо. Ну давайте, в принципе, я не знаю, ты написал, да? Ну, у меня 3 уже. 8, 3, 7, да. Да-да-да. Давай, я готов засекать Джека. Давай, раз, два, три! Давай! Сейчас. Ботинок! Это не ботинок? Борода, хач! Посмотрите, что сзади у него. Каховно. Телевизор, что это? Какандюля! Еврей! Нет. Блин, я не знаю, как это строить, а в принципе... Хач, что у нас евреи. Подождите, это еще не все. Что это такое? Господи, это что такое? Это таксист. Это дальнобойщик. Не хватит времени. Ну это какой-то, да, это какой-то... Ну все, Жека, время, в принципе, вышло. Фермер! Я не знаю, кто это? Ребят, я не знаю, как это было построить, серьезно. Это был школьник. Я ему сделал рюкзак на спину, что это Максим. А что он у него за головой? Говно. А, ну его просто в школе гнобят, да, говно ему прилепили. В принципе, все логично. Кепочка была на голове, ну... Все логично, в принципе. Ладно, окей, вы выбирайте вдвоем, кто из вас. Давай, Игорь. Давай, вот сейчас ты первый, давай. Давай. Не могу по кнопке. Ах, ты паскуда, а? Ах, ты паскуда. Хорошо, давай. У меня сейчас будет очень сложная постройка, но я надеюсь, что я с ней справлюсь. Давай, Игорь. Давай, засекай, Жека. Я готов. Раз, два, три, поехали! Рука. Лицо. Да, ой. Рот. Смайлик. Опять какой-то японец. Покер фейс. Ей-богу. Да что? Хач! Опять хач! Китай. Нет, лысый. Не знаю, что это. Вот, ей-богу, точно тот же китаец. Вот просто пришел в гости опять, нет? Ютубер, я не знаю, что это. Что это такое? Наушники? Инопланетянин. Нет. Инопланетянин какой-то. Нет, ну что я делал, ну что я... Это рэпер, это дреды, это нигер, йоу. Рэпер, да, я не знаю. Я не знаю, что еще можно построить, господи! Еврей! Это пират, вы что, не видите? Это пират! Ну ты мог ему повязку просто сделать на глазу! Я не знаю, просто череп с двумя косточками сделать, это вообще прям сложно, да? Так а я сделал типа висюльки и повязку. Ну Линпеса поставить, там Джек Воробей. Короче, Эдисон, давай, я первый тяну. Давай, раз, два, три, я тяну. Опа, изи. А вы в сраку пойти не хотите, не случайно? Ну хорошо, а давайте. Подождите, а построек нету, построек у нету. У меня тоже построек нету, поэтому давайте, что давайте. Постройками? Ну что, давай. Я готов. Готов, давай. Раз, два, три. Погнали. Так. Господи, понимать бы, что он строит еще. Да это просто, ребята. Да, я это... Красный квадрат по левичке. Вот им я так же подумал, Игорь. Это, короче, это сатана, это желейный медведь Валер. Сатана! Да! Кто это? Желейный медведь Валер. А желейный Валер! Это жопа, блин! Почему в прошлый раз, когда был сатана, я говорил желейный медведь Валера, когда сейчас был желейный медведь Валера, сказал сатана? Ну, это был вопрос. Это был вопрос, давай, я готова, давайте. Раз, два, три, поехали! Так, ну что это? Ну он скажи, давай. Тапок, ботинок. Ботинок! Это ботинок, Жека сказал, я ботинок. Да говно, ты жопа, ты! Мои постройки угадывайте быстрее, чем меня. Мне все нравится. Я просто туда-сюда. Туда-сюда, ну хорошо. Дали немного поиграться Игорю, и давай. Жека, засекай? Да, засекай. Давай, раз, два, три, давай! Халк, редиска. Помидор. Картошка. Что это такое? Что это? Картошка с Марса. Траш какой-то. Не знаю. Это осьминог. Черепаха. Да, черепаха. Зараза.
Ну хорошо, нормально было. 11, 4, 12. Раз, два, три! Поехали! Так, какашка. Нет. Гроб. Нет. Пещера, вулкан, гора. Сердце, земля, я не знаю, что это. Клад, сокровище. Сундук. Золото. Нет. Кошелек! Да! Я уже думал купюры добавлять, чтобы. 12, 6, 12. Ну что, Алиса, ты готова? Я готова. Раз, два, три, поехали! Так, радуга, головоломка, мозаика. Подожди, надо подумать. Ну, просто это дом. Подарок. Не, ну я не знаю. Так. Ну все, молча. А, хорошо, мне молча. Вы должны догадаться. Подожди, да. Это предмет реально типа зелено-синий или это такой? Ну уж просто... зеленый-синий, как бы, ну. Планета! Блин, точно. Это планета? Алло. Да, планета? Да, ответьте, планета. А что я не слышал? Я просто охренел, как ты угадал, ну хорошо. Ну еще хорошо. 14-7, да. Я уже близко к вам, да. Ну что, готовы? Я не знаю, опять нас тентирует. Давайте, раз, два, три. Да подожди, да. Смайлик, солнце. Смайлик. Смайлик? Да, но если это эмоджи смайлик, это считается, что он сказал смайлик? Ну да, да. Хорошо, да, смайлик. Что, как-то дало. Хорошо, давай, Жека. Раз. Ой, да алло, подождите. Два. Я даже не посмотрел, что строить, алло, куда? Давай. Раз, два, три, поехали. Ёханы бабаханы, я не знаю, чья это постройка, но это полный пипец. Это редис, морковка, что это? Это морковь. Какашка, что это? Это соска или что это такое вообще? Все, я построю. Не, у меня, конечно... Не, подожди. Да, у меня тоже есть, но... Ну давай, дубай. Шпатель, лопата, что это такое? Подожди. Вишня? Да, не, хрен. Мне кажется, время уже закончилось, да? Нет. Это морковь. Ну морковь, ну... точно, ну что раньше еще бывает? Виноград. Нет. Ну да, время уже закончилось. Что это было? Это желудь! Как его еще по-другому строить? Ну, это точно не моя постройка, я бы такое не загадал. Это моя постройка! Как вообще желудь? Скажите мне, это похоже на желудь? Ну такой. В принципе, это желудь, да? Ну он же не оранжевый! Да он коричневый, но он такой светло-коричневый. Какой он должен светлый? Он коричневый! Да, да, макушку еще бывает. Макушку. Так, давай, Игорь. Макушку. А, подожди, так что, я не ухожу. А, мы же тянем, да? Да, вот сейчас я первый. Ну, как обычно, да! А, там ничего нету. А что, там нету? Там ничего нету. Там ничего нету. Ну, давайте быстрее, я заколебал. Подожди, давай заново, засуньте туда кто-нибудь. Так, Игорь, я первый! Да! Что происходит? Я готова. Так, готова. Я тоже готова. Давай. Засекай. Раз, два, три, поехали! Листок. Лист. Нет. Ну, я не знаю. Что это? Огурец! Какой-то, я не знаю. Халк! Нет. Помогите, не понимаю. Господи, помилуй, что это? Зеленый гоблин, инопланетянин! Инопланетянин! Да! А нет, самолет! Инопланетянин! Серьезно? Ага. Вы угадываете вот этих инопланетян, но не можете угадать мой желудь, да, ребята? Ну-ка, не сравнивай. Желудь инопланетяне. Ребят, я пошел за постройками. Я тоже. Ну что, там засекать будет? Я-то, в принципе, да, буду. Давай. Раз, два, три, поехали. Часы, кольцо опять, ожерелье. Монета. А ты молодец, Игорь, молодец. Ай-яй-яй. Твою постройку ты угадаешь, да. Слушай. Что-то желудь не угадал. Ну вот желудь, что-то что-то пошло не так. Ну давай, Игорь, иди. Ну, ладненько. Вы готовы к моей супер-величайшей постройке? Давай. Раз, два, три, поехали. Ой. Тихо. Вы, главное, не спешите, вы хорошо подумаете. Телефон. Я как бы, у меня первая мысль телефона, я думаю, ну не может быть все так банально, поэтому я даже ничего не говорил, а телефон. А вот так надо говорить. Хорошо, давай. Ну что? Раз,
два, три, да, все, уже время идет. Да, ну капец. Да так ты считаешь еще. Да господи помилуй. Да чё за... Да мне этот салатовый цвет сегодня уже доконает, я вам серьезно говорю, не понимаю. Кепка, шапка... Опять какой-то жаба какая-то! Это что-то непонятное, это черепаха-дракон. Кузнечик, Шрек. Ящерица, личинка. Опять инопланетянин? Неужели? Да как? Ну как вам это объяснить-то? Мимас какой-то, что-то похоже. Мимас, да, реально, ждун жаба. Я не знаю! Это жаба, ё-моё, ты что? Жаба, понятно, жаба, жаба с одной сиськой. Ай, смеясь, ящерица. Да хрен этот змея, да. Ну ладно, всё, угадали. Это зомби, я могу построить нормального зомби. Ты дурак, это зомби построил. Ну смотрите, я мозги сделал, вот тут вытекает всё сзади. Мозги. А хорошо, хорошо. Это мозги. Мы так и поняли, Жека, да, это был зомби. Ну блин, если было больше времени, я построил бы весь рост, ну так вообще. Давай. Это была жабка, но это жабка была, да? Тыкай. Давай, иди. Иди строй, так уж и быть. Иди строй. Так, ладно, давай, Игорь, строй. Так, сейчас. Игорь нас загоняет, между прочим, Эдисон. Да я вижу, надо отрываться, давай. Да, давай. Ну что, раз, два, три, поехали. Зубы. Стол. Пианино, лесенка. Ребра. Карьера, я не знаю. Ребра. Колонны. Нет! Столбы. Храм какой-то. Церковь. Столбы, я не знаю, что это может быть. Статистика. Величина. Математика, блин. Вот я заново строю. Блок из Майнкрафта. Рука. Пальцы. Да! Охренеть, вот это пальцы! Обрубки какие-то, а не пальцы. Я не могу. Блин, можешь было ногти еще добавить, я не подумал точно. Пальцы, блин. Пальцы. Статистика, карьера, ну не наебай. Ты тоже хорошего зомби построил, я тебе хочу сказать. Ну у меня времени не хватило, пардон. Давай, раз. Два, трис! А Жека сейчас может выиграть! Игорь, не угадывай! Не угадывай! Да, в смысле, коктейль, ну, как коктейль, угадывали тогда? Коктейль. Стакан. Кружка. Ну, что дальше это? перебирайте. Колпак какой-то. Бутылка. Да. Бутылка? Серьезно? Ну, второе место. Со счетом... Блин, я неправильно написал счет. Вот таким вот счетом... Евгений как бы вот так. А подожди, а какой у нас глобальный счет? Глобальный счет какой? Ну глобальный это не важно. Это важно, 1-1. Вообще не важно. Не, ну подожди, 1-1 и жалко Игоря немного, да? Так, забирайте какашки свои, давайте мои бумажки, вот это вот, берите все, забирайте. 1-1 жалко. Один, да. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы Игорь нас догнал, и у нас был счет 1-1-1, ставьте огромный палец вверх. Давайте наберем как можно больше лайков, и сразу выйдет новая серия «Угадай постройка». Да. Да, также не забывайте писать ваши комментарии, нравятся ли вам такие вот серии, да, Игорь, да? Да, подписываться, не забывайте подписываться везде. В Инстаграме, ВКонтакте, везде вообще. Везде. Идиоты. Ha ha ha!